Меня зовут Мария Старшинова, мне 8 лет. Я люблю, очень люблю больше всего петь, играть на скрипке и на фортепиано. У нас вообще дома есть сцена, на которой микрофон, все такое стоит, фортепиано есть. Бабушка играет на скрипке, моя крестная играет на виолончели. Бывает, что мы играем все вместе, все там собираются, и мы устраиваем концерт. Мне нравится на скрипке играть. Вот она прям лирическая музыка такая. Нежная, грустная немножко. Я думаю, потому что у меня как-то совмещается это все. Я больше люблю грустные песни, грустную музыку. Ну, не знаю. Мама всегда говорит, что я такая драматическая. Я хочу сняться в кино. Я бы сыграла грустную какую-нибудь роль. Драматическую. Мне кажется, самое главное в жизни – это слушаться маму, помогать родственникам, никогда не предавать друзей. Я хороший друг. Ну, я, например, вот храню секреты, никому никогда не расскажу. Я могу помочь другу. Если мне кто-то уже что-то сказал, что у него, я не буду смеяться, что-то смешное, что никому ему не нравится. Потому что я понимаю, что у человека какие-то тоже есть проблемы. Я хочу стать врачом, когда вырасту. Не обычным врачом, а педиатром. Я очень детей люблю. В мире больше добра. Те, кто видят во всем зло, злые, а те, кто видят зло в том, что правда, вот, например, человек придет и начнет говорить: вот я такой красивый, а он вот такой некрасивый. Он кажется добрым с лица, такой улыбчивый. Только когда человек начнет говорить, понятно по нему, какой он добрый или злой. Я думаю, что красота – это когда ты вышел на улицу и видишь, все как будто золотом покрыто, а дубы стоят себе зеленые, как зеленые острова. Это так красиво. Желтые листочки с дерева слетают. Ветер их гоняет и нежно обнимает, словно календарик с дерева срывает. Вот прошел сентябрь, вот прошел октябрь. Даже дождь заплакал, наступил ноябрь. Это стихотворение я написала сама.